Всем привет! Сегодня снова нахожусь на небольшом озере, которое находится недалеко от города. Приехал половить на безмотылку плотву и окуня. Ну а что из этого получится, смотрите дальше. Угу. Плотвичка. Поклевка уверенная. Но сегодня, я думаю, они должны быть уверенными. Погода к этому располагает. О, неплохая. О, какая. Кивочек ты сам делал? Да, из бутылки. Вот с такой. Да. Просто лишь полоска из бутылки. Ну, даже. А дырочка для чего-то? Сюда лезть кто-то? Да. А, чтобы она это. Ага, сверху шла. Угу, плотвичка. На тряску. Угу, хороший загиб. О, окунек. Плотвичка. В этой лунке клюет. Но здесь вчера тоже клевало. Угу. Ударило. Но уже покрупнее. Ух ты. Как она ударила. Губам. Что-то вот опять бьет. Вот он попался. Сколько попыток? Интересно, одна и та же. Нет, еще есть. Есть, попался. Ну, и плотва-то нормальная. Такая ладонная. Есть.
Ну, вроде как разошлась. Опа, высоко. Ну, на тряску. Вроде как налаживается. По крайней мере, на этом пятаке клюет. Ага, с первой проводки здесь. Угу. Латвичка тоже. Ну да, пока вот три лунки прошел. Во всех поклевки. По две рыбки поймал. И плюс пустые. Ага, еще одна. Ну да, разошлась. Не крупная пока что, но клюет. Так, больше на такую плавную проводку не хочет. Попробуем сделать тряску. Причем оно парадоксально. Обычно на такую размеренную проводку попадается самая активная рыба. А для пассивной нужна тряска. Но на самом деле парадокса особого нету. Дело в том, что при тряске мормышка сама особо не дергается, если правильно трясти. А вот кубик начинает играть очень интенсивно, очень так мелко вибрировать, вот, ах, по губам. И это лучше работает на более пассивную рыбу. В то время как на размеренных вот таких колебаниях вся мормышка, ну как сказать, качается, прыгает. Ну и конечно надо чередовать. Одну проводку сделал такую, другую можно плавную. Но если долго нету, лучше перемещаться. А сюда потом зайти еще раз. Причем на этот пятак я уже приходил где-то на часа полтора назад. Поклевок не было почти совсем. Пара пустых и все. Видимо, рыба выходит. Только-только. Ну и опять вот начинаю с такой размеренной проводки. Сразу никого. Обычно, если есть, сразу берет. 2-3. Оп, на паузе. 2-3 проводки. Да что ты, опять вот высоко. И опять мимо. Мелкая плотва прям в лунке плавает. Малек. Причем битый.
Вот он попался. Ага, вот на треску она взяла. Есть, попался. Ну, и неплохая. А прям еле-еле тыкает. Я уже даже думал, мормышку, может, поменьше попробовать поставить. Но такая плотва. Такую мормышку должна нормально заглатывать. Ага, есть это одна. Нифига себе, какие поклевки. С ума сошла, что ли? Придержала. Угу, на тряску. О, покрупнее. Вот уже на размеренную проводку поклевок стало мало. И они стали неуверенны. Перешел на тряску, сразу поймал. Вот вторая на тряску. Ну вот и на меди тоже. Одна попалась, где до этого просто тыкала. Есть свежая лунка, сразу первая проводка, плотвичка есть. Угу. Тут сразу, причем это одна. Резко какая поклевища. Стой, стой.
Причем вот на тряску более агрессивные поклевки всегда. Вот она на паузе. В верхней точке. Здесь сразу. Где есть с первой проводки, как обычно. Какая-то грязь. А, прикормка. Кто-то вчера кормил. Ага. На чуть более интенсивную. Сразу уверенная поклевка. Есть на треску. Вот опять на медленный просто трогала. На тряску сразу две подряд. Одна, правда, сошла. Надо ее заводить. Но есть, правда, и ограничения. По крайней мере, на тряску. Чем больше глубина, тем тяжелее ее делать. Конечно, можно решить более жестким кивком. Есть. Ну, наконец-то. Сколько времени поклевок не было. Все-таки вытряс. Выход закончился. Опа, на тряску она все-таки взяла. Тоже вот трогала на мягкие проводки. Все-таки я ее вынудил. Есть. Дотрогалась. Прям на очень-очень медленную проводку. Опять трогают. Знаешь, что ты опять вот на самую-самую медленную. Загнула хорошо. Ну и плотничка так ничего. С третьей попытки. Решил я уже стоя половить. Уже спина затекла. В одном положении целый день. То на коленках, то на ящике.
Угу, тут еще есть. Он как бьет. Ну, в общем, все, ребят. На сегодня решаю заканчивать. Спина уже окончательно затекла. Целый день просидеть на ящике на коленках. Да и клёва особого уже нету. В принципе, водоем интересный. Плотва есть, она клюет. Но клюет выходами. Не знаю, как по первому льду, как в середине зимы. Но сейчас вот весной она клюет реально по часу. Час клюет, потом часа два просто начинает щипать. Какие-то отдельные поклевочки. Одна там на 10 лунок. А потом опять какой-то выход. С утра сегодня вообще плохо клевало. Потом в 11 часов был массовый выход. Как раз я почти всю рыбу и поймал. И потом где-то после часа она вообще затихла. И вот только сейчас под вечер, в половину четвертого, она вышла, немножко поклевала. Но опять же, поклевок было очень мало. Такие дела. Клюет, но нестабильно. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачных, продуктивных рыбалок. И не хвоста, ни чешуи. Всем пока.